Пенкову Александру Александровичу, предъявленному обвинению в совершении преступления, присмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации оправдать в связи с отсутствием его действия состава преступления. Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Задукова Александра Александровича отменить, освободив его из-под стражи в зале суда. В соответствии с частью 1 статьи 134 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Хотел бы сказать всем огромное спасибо, кто наблюдал за этой ситуацией и до последнего не верил, что так будет, но справедливость восторжествовала, как я и надеялся до последнего и верил, что этот день придет. Всем большое спасибо, хотел сказать.